goddamn camping noobs. It's Boshi time. 6-й уровень. Ну что? Фух, немножечко я остыл после Соника, но все равно. Ну, для тех, кто смотрит в записи, после убийства Соника прошло минут 15. То есть это стрим подряд. Вот. Всем привет! С кем я уже здоровался, с кем не здоровался. Тор, КГБСТЕ. Ну, вроде больше пока никого не вижу в чате. Вот. 6-й мир. Кастельвания 2. 10526 смертей. Так, отключаю Гастри. Нафиг он нужен. Ой, что за внезапность? Тут что-то есть, да? Оп. Оп. О, классно. А, блок открывается только снизу, да? Да, то есть он только снизу открывается. А, стоп, а как? Я могу просто, что ли, не запрыгивая, вызвать его? Что-то не вызывается. А, надо просто успеть, что ли? Лол. Странно. Музыка прикольная, кстати. Что это такое? Ой. Да
Да что я делаю, да лол. Не, ну после Соника надо расслабиться, я не буду сейчас сильно напрягаться. Да лол, от него же... А, не, можно, можно, все норм. Я в Кастельванию, к сожалению, не играл. Но я, по-моему, уже об этом говорил даже на стриме побольше. Ни в одну из Кастельваний вообще не играл. К сожалению, или не знаю. Наверное, к сожалению, потому что, говорят, очень хорошая серия. Ну, я видел, естественно, там разные видосы, там, ну, в курсе, короче, да, о чем игра и так далее. Но, как бы, сам не играл никогда. Да что... Блин, там надо коротенький прыжок делать, чтобы на платформу запрыгнуть. Почти. Или не почти. Просто сесть и играть, ну, в принципе, ну не знаю, не исключено, что будет на стрим, хотя у меня есть другие планы пока на другие серии. Тоже не менее известные. Да что же, ну блин, не получается пока. Не от одного, так от второго. Десять смертей уже нафармил. Да что ж, ну блин. Ща. Рано или поздно получится. Или там наоборот, все-таки нужно длинный двойной прыжок сделать, и я сразу же перепрыгну. Надо попробовать. Возможно. Только надо на более высокую ступеньку изначально прыгнуть. А, вон там, блин, понятно. Сейчас вот почти что себя запрыгнул, было бы идеально. Да что, что это? Лол, вообще не успел. А, ну это же, блин, надо было это, ну короче, да. Жалко, что платформы эти каждый раз открывать надо заново. Да что ж я об эти шипы-то справа погибаю? Блин, всего-то надо было второй прыжок сделать. Но я все силы потратил на Соника. Еще, кстати, неизвестно, как потом направо тут идти. Ну это ладно, потом об этом подумаю.
Да, музыка такая заводная. О, а вот тут я еще не погибал. Забей на левел, главное, говнаря убил. Да, согласен. Полностью согласен, Тор. Главное, синюю сволочь золотую эту убил. Ну наконец-то. Причем за спидранить Соника оказалось проще, чем мне за спидранить. Keyboard Cat CD. Play him off. Что это? Объясни, что это дает. Так, мне, я так понимаю, мне вон туда, да, спрыгивать? А. Понятно. У меня всего 3 открыто. Ладно, естественно, стандартно ставим. Наверное, там одинарным прыжком надо первый шип перепрыгнуть, умудриться. А, нет. Ну а как, не вот так же? Нет. Или ты имеешь, что одинарным не смогу? Да, вот на такие моменты я не люблю. А, одинарным не смогу, ну ясно, да. Кстати, вот этого чувака я убить могу или что? Понятно. Но он меня, естественно, убивает. Надо еще ниже начинать второй прыжок. Блин, случайно включил. Отраженные пули не убивают, но хоть что-то. Хоть что-то. Да блин. Ну, в принципе, логично, потому что они же уже с маленькой скоростью летят. Хотя больше все равно он от всего умирает. Да как туда прыгнуть-то? То есть никакого подвоха тут нет, да? Надо просто нормально прыгнуть. It's magic.
Не, ну я как бы понимаю, но я не могу это сделать. То есть надо выпрыгнуть, как бы, по идее, так, чтобы вот практически по траектории верхнего шипа его правой части вылететь как-то так, да? Ну, блин, я не могу это осуществить. Вот так-то так. Кто это там был? Кто это выпрыгнул, я не понял, там пиксельное что-то было. Блин, а как от него был? Глаз? Тоже из Кастельвании, да? Блин. Ща. Блин. Вот. Сейф, как обычно, запрятали так, что нельзя со второй платформы засейвиться. Всегда в одну и ту же сторону вылетает. Надо понять, с какого пикселя оно вылетает. Угу. Ну я понял, вроде. О. Ну понял, не значит, что получится. Да. Что же он не хочет вылетать? Так, ну сейчас-то понятно. Еще чуть-чуть. Странно, не хочет вылетать что-то. По-моему, это было so fucking close, реально.
А боже, что, есть что-то легкое, что ли? Ну блин, ну вроде же. Он поворачивается. Может, надо как-то над этим подумать. Что делаю? Надеюсь, в него стрелять не надо в этот глаз. Ну просто я так думаю, может тут не просто прыжок. Нет, нижний прыжок точно не то. Это тяжелый момент, пока не поймешь, или он вообще тяжелый просто потому, что сложный прыжок? И вообще, как бы, в принципе, подсказывать-то можно, если хотите, как бы. Спойлерить не надо, а подсказывать в конкретном моменте можно. Все равно мне, как правило, в боссе от этих подсказок не сильно легче. Потому что, блин, как бы теория далека от практики. Привет, диджей, убей и богами. Поверху? Не, а как я наверх-то залезу? Вряд ли, не. А, больше бессмертей, ну да, это печально. Нет, тут никаких платформ нету. Не, нет никаких платформ скрытых. Может, его просто можно перепрыгнуть? Или вряд ли все-таки? Не-не-не, перепрыгнуть там. Ну я вижу, что реакция важную роль играет, лол. Ну Тор, натренить, в принципе, можно все что хочешь. Просто тебе сразу, да, вот после того, как я увидел вторую Зельду без урона, после этого я точно уверен, что натренить можно все что угодно. Там причем не склеенное было прохождение, ничего, ни с SS-стейтами, ни ТАС, там ничего, просто чистое без урона, без малейшего прохождения второй Зельды, это просто нереально, но оно сделано. Обманывать, ну, блин, как-то это нечетко. Вот во второй Зельде точно запущено. Там просто, я честно скажу, что я для себя проходил. И вначале я пытался все по-честному, но потом меня просто так это вынесло, что я начал со сейвстейтами. Знаешь, в некоторых моментах я сейвстейтил чуть ли не пошагово.
как бы по одному, знаешь, там какой-то враг попадется, нанес ему один урон, сейф стейт, нанес один урон, сейф стейт, иначе я просто не мог пройти, я сидел часами на одном моменте и не мог пройти. Конечно, я понимаю, что если натренить, то ты как бы без сейф стейтов пройдешь игру, но не без урона, не без урона, все равно. Потому что таких врагов там много, а еще боссы. Последний босс вообще... Блин. В общем, и чел прошел без сейф-стейтов всю игру. Без урона. То же самое с Мегаменом есть, без урона. Все части, по-моему. Ну, так что я думаю, что боссы тоже можно без смертей натренить. Ну, ты, по крайней мере, такого типа людям. Они могут. Сто смертей на этом уровне. А я еще на первом экране. Во втором Мегамене вроде бы даже есть уровень, выбор уровня сложности у единственной части. Непонятно, зачем его туда впилили. Ну, я не играл ни в одном Мегамене, но я смотрел прохождение почти всех частей. В том числе Икса. Ну, не всех, но почти всех. Вот, в одном есть, я точно говорю, 100%. Он такой, как бы, вот, уникальный этим. По-моему, в том, блин, по-моему, вторая часть без икса. Ну, без спецоружия, да. Я говорю, даже без урона проходит, но это печально просто. Ну давай, рыба, прыгай. Да не в меня. Да там вообще нужно долго тренить, чтобы вообще пройти игру. Хотя я не играл, честно, на ютубе-то кажется, что не так уж сложно, но вон Тор ноет, типа, вообще нереал, говорит. Горит у него, ну, как бы, значит, я верю, что у меня тоже, скорее всего, будет гореть. Блин, ну там надо просто миллиметраж соблюсти. Надо по заднику ориентироваться, по бэкграунду. О, об этого я еще не умирал, парни. Классика, там, а, ну да, да. Это я, ну я же говорю, я смотрел, то есть я в курсе, как там что. Что я сказал, я играл? Не, я имел в виду, я смотрел. Да что я делаю? Со SNES-а, но это там уже, да. Вот есть Мегамен 8, он вышел вообще на Sony PlayStation. Это чисто какое-то аниме. Ну, какое-то такое. Ну, как бы, по сути, там анимешной графики практически нету, потому что там эти роботы, да. Но вот оно, блин.
Ну, короче, это мультик интерактивный. Не, ну в смысле геймплей там как обычно, но просто заставок довольно много, и они такие вот с озвучкой, ну чисто вот как будто мультик смотришь. Да, еще недавно выходил какой-то этот не ремейк, а это как это называется? Типа специальный Мегамен, который в честь там что-то 20 что ли лет, или 25, не помню, Мегаменов. И ну типа он чисто олдскульно вышел, и ну с абсолютно новыми уровнями. И вроде бы даже фанаты оценили. И он вроде бы вышел по абсолютно бесплатный. Это в этом прикол. Абсолютно бесплатная игра. Просто чтобы фанатов порадовать. Босса со Street Fighter? А, это потому что один этот разработчик, да? Ну, один издатель Street Fighter и Megaman. Надо, наверное, выше, да, все-таки туда наклоняться. Непонятно. В общем, там есть только очень маленькая, как бы, точка входа, где нужно, как бы, на себя это... как это сказать-то слово? Ну, в общем, чтобы она среагировала, эта рыба, на тебя. Но какая-то определенная точка есть, в которую надо попасть. Буквально, по-моему, пиксель. Ну вот, пиксель специальный, но он почему-то не нарисован. Так, еще чуть правее. Нет, что-то это жесть. Ну блин, я тут сейчас надолго так застряну. Без нарисованного пикселя. Бум, реакция у меня вообще говна. Да, этот мир уже сложный, реально. Все, уже дальше больше пошло очень сложно, даже миры. Да скажи, я же говорю, подсказывать это норм. Как бы, если не наперед, а на текущий момент, подсказывать это норм. Просто все равно мне на практике подсказки не так много дают, потому что мне же надо это еще сделать, а больше сделать это иногда сложнее, чем догадаться. Точнее, даже как правило сложнее. Сейчас, секунду. Так. Последний блок. Делаешь прыжок, когда он на самой верхней точке. Прыжок в смысле на месте, да? Когда он на самой верхней точке, нажимаешь чуть вправо и резко влево с прыжком. Ну. Угу. Кстати, да, что-то она быстро там это... Ну, похоже, что да, это реально то, что надо. Ну, честно, я бы до этого долго допирал. Не, я уже понял, тут понимать почти нечего. Я уже понял, что надо сделать, но да. Получится далеко не сразу. Зачем я выстрелил? Понятно, что нужно сделать.
Блин. Ну, это, знаешь, это довольно очевидно, что там какая-то секретка или там что-то есть. Просто пока непонятно, как туда попасть. Ну, ты просто проследи, чтобы я совсем не ушел от того места, где нужно, ну, как-то, чтобы туда попасть. Я же так понимаю, не с этого экрана. Тут я вроде просмотрел, нету этих блоков. Или там блок как раз-таки где-то вот, вот там, где второй скелет ходит. Блин. Блин, немножко туплю. Так. Ща. Сделаю вот так. Надо потренить. Прыгаю и... А, блин, да тут же эта фигня. Вау. Вот забыл. Ну вот стою, да. Делаю прыжок вправо и вот так. Как-то так, да? Прыжок вправо и... Нет, хреново. Вправо и... Не, опять хреново. Как-то вот... Как-то вот так, да? Не, стоп. Ну, походу, как-то вот так. Нет, это хрень. Ну, точно практически круг должен сделать. Блин, зачем? Да. Ну это жесть. Мне почему-то кажется, что я здесь застрял очень надолго. Даже больше, чем на этот стрим. Кстати, это было близко, да? Могу поспорить, что когда меня глаз все-таки не убьет, я убьюсь об скелет. Самый трудный момент этого уровня? Да ладно. Просто пока я прыгаю,
Скелет как раз таки возвращается. Еще заметил, что как раз таки к моменту моего приземления он будет подо мной. Я по-любому об него умру. Блин, не знаю, что с ним делать пока. Да блин, там реакция нужна вообще просто нереальная. Возможно, у меня просто такой нет реакции, чтобы успеть. А, то есть когда он начинает отходить, да? Угу. Ну вообще да, логично. Двести пять смертей. Привет, Снап. Да, спасибо за поздравление. Да, Соник мертв. Спидран сделан. Блин. А, там вот пару пикселей. Измором? Не, измором это вон Торнис брал. Вообще Соник в последний вот последний стрим вот очень сопротивлялся, прям вообще не хотел уходить. Постоянно то бомбочку мне какую-то подлянку кинет, так что неудобно спамить. То еще какую-нибудь хрень, типа там не на моем уровне начинает крутиться там. Блин, вообще не очень. Но получил таки, гад. Ой. Сейчас, минутку. Привязался, не хотел отпускать. Ну, может быть.
Ну как эту рыбу глаз-то пройти? Да она еще хуже Соника. Ой, ну это был фейл. Нет, нельзя, Снэп. В боссе, по-моему, кроме боссов вообще никого никогда нельзя убить. Боссов, мини-боссов. В общем, тех, у кого явно есть полоска жизни, либо каких-то этих вспомогательных у боссов, там типа вот у Марио, там вот Тучки были эти штуки, которых надо убивать. А ты, Снап, откуда знаешь? Неужто ты Соника прошел? А, ну ок, ну только не спойлери ничего. Больше. Блин, да там реально один пиксель оставался. Багами что? Убить этих можно, что ли? Ну, Снап, ты не очень, что я могу сказать. Как ты только что мне заспойлерил? В смысле, что тут спойлерить? Странный какой-то. В смысле, Снап, я вообще-то не знаю, что будет дальше, никакие уровни дальше, какие миры, какие боссы, что там можно будет кого-то убить, кого-то нельзя, какие подставы где будут, я ничего этого не знаю и знать заранее не хочу, а ты, видимо, считаешь, что можно спойлерить это спокойно, типа это норм. Даже сложность босса. Ну что, я не могу просто... Я в смысле, как сказать? Я хочу, чтобы для меня все было сюрпризом, то, что я увижу. Вот все, что тут есть, это же игра-сюрприз, по сути, да? Ты вот идешь, нифига себе, рыба выскочила. Или проходил Варио мир, а там, опа, а босс Соник. Вообще внезапно, я не ожидал, например. Ну, это же для этого и предназначено. А если я заранее знал, что там Соник, ну, и в чем? Все, сюрприза уже нету.
Да что ж ты делаешь-то, рыба? Норм. Ну, снаб, однако не надо пытаться этого делать. Да что я делаю, лол? Да, глазик что-то вообще не очень. Ну, Снап, ну ты уже кое-что написал специально, да, если что. Спойлерасты тут собрались. Да Снап, это уже давно заспойлерено, что это самый сложный момент на уровне. Не, ну просто я не понимаю, вам что, так настолько не нравится, что я не хочу ничего спойлерить, даже сложность уровня, ничего, вот это вас как-то раздражает, что ли, что вы специально на зло пишете? Или что? Ну вот я вот этого не понимаю немного. Да, я не хочу даже самые мелочи, чтобы мне было... как бы заспойлерено. Ну что в этом такого плохого? Вот я так вот не люблю. Почему нельзя обсуждать текущий момент или что-нибудь еще? Нет, Снап, я это не довожу до абсурда, я это довожу до того, как мне это видится. То есть, ну, насколько мне это интересно, ну, ты, короче, ты понял. Я вот так люблю играть, в неизвестность. Тебе это кажется абсурдом. Тора вообще вон явно спойлеры. Каждый по-разному это воспринимает. В общем, не знаю, на этой рыбе я, наверное, сегодня закончу. Ну, не сейчас, вот, буду сейчас мучиться, но похоже, что я не пройду ее сегодня.
Мне такое ощущение, что наоборот нужно чуть позже влево уходить. Она же разворачивается. И у нее там как бы больше, по идее, пространства появляется слева. Или нет? Не знаю, Тор, почему тебя никто не спилит больше. Видимо, все любят назло делать. Ну, тебе-то все равно. Тем более ты видел это прохождение. Дали вверху глаза, надо пиксели в сторону уже. Чё-то не понял, подожди. Не долетая до верха, глаз на 2 пикселя в сторону отходит. Ну, короче, не знаю, мне это, наверное, ничем особо не поможет. Ну, да, чуть-чуть отходит, но мне это, по-моему, ничего особо не дает. В смысле, не, Гоги Бас, я что-то немножко не понимаю, если честно, не могу сделать выводы из того, что ты говоришь. Что я не так-то делаю? Не, падение с платформы выманивать явно не вариант. Нет, добей. Так я, снап, у меня просто нет времени запрыгнуть на платформу. Блин, они сделали начало уровня таким, чтобы реально все желание отбить, играть дальше. Только Соника прошел, думаешь, типа, о, ну наконец-то на уровне-то будет прогресс постоянно, типа, ну проходишь так или иначе дальше. И вот такую жесть устроили. Смотри, ну это
Мне, то есть я же понимаю правильно, я прыгаю на месте, да, одинарным прыжком, и в самой верхней точке начинаю идти вправо, и сразу же в левый прыжок. Я просто не очень, по-моему, угадываю, в каком месте мне нужно начинать вправо ехать. То есть в самой верхней точке нужно вправо, да, ехать. Лететь. Ну, реакция, да. О! 419 смертей, у меня это получилось. Почти. Да, получилось, только я на скелет упал. Тор, это Годзилла, какая мартышка, это, ты чё, жесть. Биоланта, да. Надо просто на идеальное расстояние вправо отлетать и сразу же влево, то есть вот надо это как-то отработать. Чуть-чуть правее залечу и все, и не успеваю. Это просто идеальный момент надо. Причем, возможно, даже плохо, что я прыгаю с самого края. Мне кажется, даже надо чуть дальше прыгать, потому что, когда я прыгаю с самого края, я по-любому вправо лечу не на один пиксель, а дальше. И в итоге я не успеваю влево полететь. Так что, наверное, даже наоборот, чуть дальше надо прыгать. Где-то, ну, вот, прям с самого блока, что ли. Может быть, даже еще дальше. Да что? Блин. Почти. Лол.
Снап, да, мы с Хоббитом играли, естественно, по инету. А как еще? И с Тором по инету играли в Боши. Кстати, может быть мне сходить в другие миры, там всякие секретки взять? Да, Snap Fusion 3.64. Кооп будем пилить? Не знаю, Тор, если честно, я хотел это... Ну ок, в принципе... А, стоп, а как я попаду туда? Тут же телепорта нету, лол. А как это надо? Это же надо телепорт, я же так не попаду туда сейчас. Это надо перед боссом делать. Ну ок. Тор, я не помню, ответил тебе или нет, когда кооп будет. Это говорю, ну не хочу опять же спойлерить, да, потому что по-любому ты какие-то моменты затащишь. Не то чтобы даже спойлерить, я хочу сам пройти в начале все моменты. Тут понятно, что тут спойлерить нечего, потому что если мы играем вместе, я вижу каждый экран. Но просто я хочу сам пройти в начале, а потом уже можно кооп. К тому же кооп можно сделать будет сначала, я тоже стрим запилю, но понял, что тот раз у нас косяк был, да? То, что я-то не запилил стрим. В итоге мое творчество осталось не в кадре. А там, например, я Рю прошел. Ну, короче, блин, надо будет стрим в стриме сделать. Опа! Так. Ух, ё-моё, а чё тут делать надо было, лол? Блин, а чё сейф так далеко? Жесть. Блин, сейф далеко. (Laughs) 360 смертей мне понадобилось, чтобы пройти эту рыбку долбанную. И то только один раз, сейчас фиг знает, когда теперь еще раз получится. Когда идет в мою сторону, тогда прыгает на его платформу, ну да, ну блин. У меня-то еще другой секрет припирает, который вот здесь ходит. Даже оставил этот скрин. Да, так и понял. Oh,
Блин, да заспавнись, рыбка. А, ну не сейчас. Это что-то у меня рука дернулась. Да блин, да что я делаю? Я вначале влево нажимаю почему-то. А пуш это что? Ой. Да блин, второй прыжок не там. Я, если честно, был уверен, что на втором экране сразу будет сейв. Поэтому для меня, на меня вообще врасплох раз застали там. А, в смысле, Snap, там утилита идет, что ли, которая отправляет скрин? Как раньше у iFolder'а была, что ли? Когда он еще был жив. Не iFolder, а этот, iPicture. Если это просто сервис, где просто скрины загружаешь, то как бы есть и другие. Например, я It Mages пользуюсь. Опа. Жесть.
Ну да, тогда утилитка это хорошо, значит мне надо тоже такое сделать, поставить. Потому что раньше, когда iPicture работал, меня тоже очень радовала такая утилитка у них была. То есть просто нажимаешь принтскрин, у тебя уже в буфере обмена ссылка. Потом iPicture слился благополучно. Не знаю уж куда. Да там тоже такой функционал был, там было прикольно. Ну вот просто сам сервис отвалился, к сожалению. Кошмар, уже 400 смертей на первом экране. Ну ладно, две из них на втором. Надо понять, с какой позиции мне прыгать удобно, вот конкретно с какой точечки, можно сказать, вот. По-моему, ровно с блока неудобно. Походу, надо чуть-чуть раньше, чем с блока. Не, неправильно. Вот так, может быть. Нет, это слишком далеко, ну посмотрим сейчас. Не посмотрим. Может наоборот чуть ближе, потому что так мне приходится далеко лететь. Не люблю такие моменты, если честно. То есть вот там я вижу, там на втором экране сверху, там скелетики очень активно прыгают, и видимо там тоже будет сложно, но это лучше, чем вот это. Потому что тут как-то вот именно оно косячно. Нет, с краю точно не вариант прыгать. Потому что я не могу слишком, ну, как бы вот... А, ну вон, как я далеко прыгаю. Да, мне надо как-то вот... Чуть-чуть отходить даже от блока. It's magic time.
Да, ну уровень сложный, я скажу. Например, третий уровень я целиком, кроме босса, или это второй был уровень, не помню. Прошел за... А, по-моему, это был второй уровень. Прошел за 3 с чем-то часа целиком. А тут вот первый экран уже 1:20. Ну, посмотрим. Но их пережить — это тоже целая проблема. Да что ж, ну блин, там опять пиксель, наверное, остался. Я сам прыжок неправильно делаю. Я делаю второй прыжок, еще летя вправо. То есть я вот прыгаю, и ну вот сейчас нормально вроде. А там я вот так как-то получается. Ну вообще непонятно, как-то вот хрень какая-то получается. Вот, вот так получается у меня. Вот так. Почему? Надо, блин. Прыжок вправо и влево. Вправо и влево. Почти. Да лол, ну там пиксели, ну жесть. Но тут уже не пиксели, тут, да, тут сильно. Вообще ни о чем. Аж рука уставать начинает. It's magic time.
470 смертей. Блин, тут опять пиксели. Откуда этот глаз? Мне все равно. Мне главное, чтобы он отвалил от меня. Ну не знаю, Снап, это было бы очевидно. Ну, не обязательно, но логично. Можешь включить кого-нибудь другого? Не, вряд ли. Динозаврик сливаться, наверное, будет с фоном. А Кирби, кстати, хорошо выделяется, розовый. Почти. Да не, все равно сливается, ну как-то, ну, не очень, по-моему. Он, кстати, из какой-то несовской игры, что-то я не понял, из какой. Ну, знакомый что-то очень. Oh.
Привет, Флан ПН. Ну, не знаю. Да, Глаза, кажется, пройти сложнее Соника. Не, не буду я им это проходить. Что-нибудь. Это кто? Это из какой игры? А почему одна ДС? Лол. А, потому что засейвился? Блин. То есть это баг, что ли? Получается, на следующем уровне, когда я пройду этот уровень и босса, у меня счетчик обнулится, что ли? Ой, в смысле, ну, короче, покажет не настоящее количество смертей, а вот с этого момента, по сути. Ну, у него, да, горит там. Какая-то у него странная поза в прыжке. Меня всегда это удивляло. А, ну ясно, то есть он все равно правильно покажет потом, да, на следующем уровне. Уже подзадолбался, если честно. Ну, Сол Грин известный садист, я так понимаю. Потому что у него есть еще игра I Wanna Be The Very Best, я недавно ее пытался стримить. Это еще хуже. Он явно, когда ее создавал, представлял, как люди будут страдать. Ему доставляет, видимо, удовольствие. Еще не прошли даже? Да. Ну, я, значит, даже не буду пытаться, наверное.
Да что же я не могу эту рыбку-то обойти? Скоро выключать. Потому что я не смогу в этот еще долго играть. Четыре босса подряд без сейвов? Ну это тупо. Так, ладно, вернем. It's bullshit time. И боссы, я так понимаю, не самые простые, да? Кто там говорил, что счетчик смертей сбрасывается, когда я меняю персонажа? Ничего, вот не сбросился. Это именно за то, что я засейвился. Что же он не выскакивает-то? Не, ну, Гоги Бест, я, как видишь, больше бессмертей прошли кто-то. На, ну, по крайней мере, на Total Average. Все, тлен это вот. На этом стриме тленный тлен. Даже на Марио такого, ой, на Сонике такого тлена не было. Потому что, ну блин, что-то меня этот момент вообще угнетает уже. Я не понимаю толком, что делать. Ну да, два раза я ее перепрыгнул, но что-то не получается. Уже с того момента много смертей прошло. Не самый лучший ход был. У меня тупо не всегда получается просто правильные кнопки нажать.
Все, отпрыгаю вправо, и вот, у меня неправильно, надо вправо и вправо от, это отпускать. Вот. Не всегда это получается. Надо, чтобы уже, ну, как бы это, мышечная память, так сказать, отрабатывала. Вправо и отпускать надо. Бояться, ну нет. Привет, Интегра, да, взял. Не срабатывает у меня отпускание правой кнопки. Сработало, но что-то рыбка не заспавнилась. Вверх, вправо, вверх, влево. Вверх, вправо, вверх, влево. Блин. Вверх, вправо, вверх, влево. Вверх, вправо, вверх, влево. Вверх, вправо, вверх, влево, так. Ну, прыгнул я нормально, но просто что-то не попал. Ну, по крайней мере, кнопки правильно нажал. Блин, не получается. Все, уже пальцы устали.
Ладно, дальше. Как же у меня тогда два раза-то получилось? Причем два раза с разницей примерно в 40 смертей получилось. Я думал, это был признак, типа, уже, ну, практически стабильно получается. Да блин, там реально пиксель. Я уже где-то, по-моему, 600 смертей на этом уровне потратил. Охренеть. Слишком большой хитбокс, худей. Ну, блин, я не знаю, как это пройти. Слишком нереально как-то. Может, с помощью Рю будет проще? От них Хадукина не отлетает. Типа в стену попадаю. Да блин, где рыба-то это? Wow.
Ну, снап, не каждая, ну, блин. Ну, понятно, что я говорю абстрактно, да, пройти-то реально, но что-то пипец как тяжело, я вообще не вижу, как пройти. Тем более, что я этот глаз тут два раза перепрыгивал уже, но я почему-то не могу опять. Ну, точнее, два раза уворачивался от него. Ну, когда-нибудь, наверное, получится вернуться от этого глаза и потом слиться на скелетике все равно. Блин, а кажется, вроде бы так несложно, но прыгнул, блин, увернулся. Это же, блин, не от траектории Сонику уйти. Ну, походу, это сложнее. На Сонике там реакция все-таки намного меньше нужна. Да, если честно, я даже сам смотрю, и мне кажется, что это несложно. Ну, блин, ну прыжок, ну просто сделать прыжок туда-сюда, да? Кажется, вроде несложно, но, ну, блин, не получается нифига. Я опять неправильно прыгаю.
Надо, во-первых, прыгать научиться. Я не возвращаюсь. Вот сейчас вернулся, но... Прыгнул, оп, вот так. Как-то. Снап, 6-й уровень вообще-то. Да, вот именно, если я даже пройду, это не значит, что я научусь. Не, ну явно, что второй раз я больше пройду уже, скорее всего, наверное, будет в 4 где-то раза меньше смертей, да, если не больше. Ну, разница будет, если не больше. Однако, как бы это... Все равно смертей будет дофига. Я не люблю сокращения, если честно. Ну, спидранит, я не знаю как. Как-то спидранит. Только я не пойму, зачем эти годы тренировок в одну и ту же игру. Ну, это риторический вопрос, естественно. Так вообще-то ПЛЗ это не в русском же сокращение. В русском пожилосты там что-нибудь типа того. А ПЛЗ это же по-английски. От слова please. Оно не выскочило то, я же с краю стоял. Не, у меня почему-то после спама особо не болят. У меня болят именно руки от стрелочек почему-то. То есть у меня устают руки, рука, которая стрелочками управляет. А, ну снап, ну это транслит называется, да. Мне вообще не нравится, когда слишком много зарубежных слов, которые как бы не смотрятся использовать. Ну кроме профессиональных областей, то есть понятно, что в программировании я много таких использую, потому что, ну... Чтоб путаницы просто не было. Там термины есть всякие, да?
Ну вот, как бы, это от другого просто. А вот когда в обиходе, то да, это не очень. Просто есть такие слова некоторые, которые явно есть в русском языке, и нормальные слова, совершенно никакие не устаревшие, ничего. Ну, как бы, вот почему-то их не используют. Просто почему-то в английском, по крайней мере, именно по крайней мере, именно в США мат как-то не является чем-то особо таким задорным. У них в кино постоянно, вообще в любом. Там чуть ли не в детском. Как-то вообще им явно это не запикивают ничего. Но все равно даже эти три слова не запикивают. Блин, зачем выключил? Ну что, может перестать уже мучиться? Чё-то я не вижу это, что я это пройду. По-моему, бессмысленная трата времени и сил просто идет. Да, бесперспективняк. Задудонился? Нет, такого слова я не знаю. Ну, слишком маленькие шансы пройти. Видишь, она последним пикселем сжирает меня, в лучшем случае. Да какого последнего скелета, если я не могу даже этих скелетов пройти, ну в смысле эту рыбку, блин. Как только я ее начну нормально проходить, тогда уже мне будет все равно какие-то скелеты, потому что я их так или иначе, я их замикрю. А ну просто я там был всего два раза, понятно, что я их не прошел. Что, с двух раз что ли? Там надо раз 10, наверное, хотя бы.
Ну, короче, еще 30 смертей и все. А, это снап, ясно. Ну, я не могу пройти этот глазик. Уже не то, чтобы через 10-20 смертей. А, я не могу пройти уже спустя 700 смертей. Ну, снап, до 300 в общем количестве смертей. То есть 11300. Смертей, чтобы понять, как перепрыгнуть шип, но я вроде меньше потратил. Ну да, тут как бы каждый по-разному. Один на одном застревает, другой на другом. Кто-то на гравитроне 4 часа сидит. Кто-то Марио 28 тысяч смертей проходит. Блин, зачем я выключил? Бывает снов. Да блин, не проходится этот и все глаз. Ну ничего, хоть что с ним делай. Ну я гравитрон прошел за 40 минут ровно. Ой. Ясно. Ой. Да, не думал я, что целый стрим уйдет на один экран, и то еще и как бы следующий стрим с этого же начнется. Вот такие вот 6-е уровни пошли. Вы понимаете, на этом стрим заканчивается. Так что можно уже расходиться. Последняя смерть. А, так и знал.
Ну да, сейвы его далеко. Ну, в общем, ладно. Не знаю теперь, когда буду в следующий раз больше играть. Чё-то мне пока что вообще нету желания, если честно, вот это микрить. Вот, ну, в общем, ладно, все, всем пока.